Ребят, ну что, полный вперед? Какой вперед? Ну где вы вообще? Сейчас разберемся, вперед. Какой, как? Пойдемте, сейчас идем вдоль железнодорожного полотна, идем вдоль, обходим вагоны, и там мы должны пробраться, где нет турникетов и забора, найти это место, где нет забора. Пойдемте. А если такого нет, ты что думаешь, что все ку-ку такие? Так, все, давай вперед, не отставай. Боже ты мой, Вась, Вася, скажи ей. Да что скажи, правильно она говорит, Ксю, а как мы еще, у нас ни денег нет, ни хрена, как мы еще билеты возьмем? Давайте, пролазьте аккуратно, не испачкайте справа. Так, послушайте, ребят, сейчас будет высокий бордюр, тебе придется, Вася, немножко пригнуться, и нам а через тебя залазить. А как я залезу, я не смогу. Куда ты несешься-то? Катя, вот она сперла-то. А на какой путь электричка идет? Вон, на тот путь. На тот надо путь. Надо туда переходить. Подожди, блин. Стой. Да стой, стой, я вот ногу сейчас поставлю. Ага. Ой, я не могу, Вася. Давай я тебя поднимаю. Вот. Ой, мамочка. Катя, теперь ты. Я отсюда подняла, а ты меня поднимешь? Я подниму. Катя, все, давай руку. Катя, лезь, сука. Так, девочка, теперь. Давай руку. Бля. Все, девочка, давай руку. Стойте, девочки, держите меня. Бери пакет. Круто. Здрасте. Купила сигареты за 200 рублей, и вы уроды! Вокруг меня аж народ собрался. Я прошу прощения, извините. Секунду, мужчина, я разговариваю по телефону. Девушка, да! Девушка, еды! Девушка! Еды спроси у него, еды спроси. Иди спроси. Может быть, вот чисто? Чисто. Маневровый тепловоз, в чем-то? А мы у вас садили попросить, может, у вас еды немножко, а денег? У меня? Да, деньги или еда. С ума упали? Я серьезно. Девчат, ну... Нет, мы просто попали в беду, понимаете, чтобы понимали. Мы просто попали в беду, и нам нужно выбраться отсюда. Да, и нам нужно либо еда, либо деньги. У нас просто реалити-шоу, в котором нам приходится реально попадать. Вы что, блядь, как на острове? Это как остров. Как на острове. Это как остров. Вы вообще гоните, что ли? Я вас боюсь уже. Нет, вы не бойтесь. Не бойтесь нас. У нас все нормально. Вы можете купить у нас булочку хлеба? Смотрите. Для уток. Для уток. Покормить уток. Он плесневелый хлеб. Я сейчас отсюда пойду. О, электрон. Так, нам нужен последний вагон. Либо первый. А ну, а с чего мы начнем? Смотрите, сколько народу. Давайте, последнего начнем. Побежали тогда. Так, быстро в этот вагон забегать. Быстрей! Быстрей! Там перейдем. Осторожно, двери закрываются. Ну, а как вам поднять настроение? Не надо, у меня хорошее настроение. Очень хорошее? Давайте мы вам споем песню. Я сама люблю. Давайте споем вместе. Я сама люблю. Давайте споем вместе вашу любимую. Какую? Какую? Ой, мороз, мороз. Мороза нету. Ой, цветет калина в поле у ручья. Да! Парня молодого полюбила я. Что, Матвей, пойдем? Что? А может, мы перепрыгнем? А может, перепрыгнем, пойдем? Пойдем, нафиг, да, нафиг, да. Там по-любому бабуся. Да пойдем, Матвей. Катерина, а я все. Вась Васич. Да, ты будешь игрореалистить, теперь мы будем... Колбаски есть? А сок у вас есть какой-то? Есть мистер. Сада, не понимаю, что здесь. Это пивной зал, здесь только пиво. А у вас только одно пиво, больше ничего нет? Шарманку у меня что-то сделать. В магазине можно купить шарманку? И пиво здесь? Отлично, все, спасибо. Пойдем в магазин, шампанское. Все, шампанское или Бейлис? Все, пойдем, Матвей. Вы можете пока... Да, ты издеваешься, что ли? Нет. В смысле? Сидим здесь, сидим здесь. Сидите, мы сейчас придем. Идите. Пока возьмите пиво, Васич. Не, а что, не поворотся?
событий. Там сейчас мы возьмем в пивбаре. Это мы возьмем с собой, вот кальмар с собой домой нам пожрать. У нас нет ничего еды. Это недорого. Это недорого. Душистые травы возьмем. Лавровый лист. Ладно. Куриный этот ролтон. Перец мне нужен. Перец. Черный перец обязательно. У нас нет. Давай катаями. Вот это возьмем. Вообще да? Катаями мы что возьмем? Какого? Все вместе. Вместе? Можно катаями. Смесь еще, да. Давай. Ну, короче, надо по минимуму. Что подешевле такое? Понимаешь? Взять по минимуму из еды. Вот. Давай возьмем чай. Чай. Это блэк. Зеленый это хочу. Это херовый, да. Вот. Зеленый. Давай. Зеленый чай. Давай. Так, кофе у нас есть. Кофе не пьем. Кофе у нас есть. Булочки. Целый пакет всего. Целый пакет всего? Угу. Серьезно? Да, и шампунь. Матвей, красавелла. Порошок, шампунь, всего набрали. Вот это мы съездили. Вот, смотрите, вот ко мне, кстати. Ну, давайте за встречу. Ну что, за Матвея? За знакомство, Матвей. Матвей. И за тебя. Мы хотим выпить за тебя. Именно ты герой сегодня моего романа. Ура! Серьезно. Ты наш спаситель. Ты понимаешь, что ты сегодня увидишь себя? Ты наш спаситель.